Вы не знаете, что ли, что нельзя по обочине ездить? Смотри, он что творит. Посрочку здесь. Есть край с нефть на Пуде, если из Хомутова ехать. Да я ничего, я не думал, что это получится. Просто подъехал и... Уже все, край. А где я сейчас остановлюсь, мне до работы ехать? Почему вы раньше о бензине не побеспокоились? Вы же знаете, что... Да я, видите, я подумал, что как бы хватит, а вот обстановка какая-то получилась, что не надо бензина. Лампочка замигала и все. Каждый день 2 часа. Представьте, например. Ну, как все люди так едут 2 часа, что делать? Ну, дорожное движение не... Я вас понимаю, но вы тоже поймите. Я понимаю, нарушила. Тут вон все нарушают. Я шагу. Такая жизнь, что делать? Со мной пройдемте, пожалуйста. Да,